Всех приветствую на канале Animal Life. Девушка подобрала на дороге котенка, но ее ожидал сюрприз. Наверное, многие находили на улице какое-то бездомное животное. Поразмыслив, забирали его к себе в квартиру или в дом. Лечили его, выхаживали, кормили, дрессировали, и за это время, конечно, так привязывались душой к домашнему животному, что и не хотели расставаться с ним. И это все понятно. Также и одна молодая девушка, найдя двух котят на дороге, решила приютить их. Однажды вечером она гуляла с братом, оба услышали, что кто-то жалобно пищит. Они приблизились и увидели у самого краешка дороги двух малышей котят. Ребята пытались найти их маму, нигде ее не оказалось. Котики были настолько истощены, что подростки забрали их с собой, иначе малыши не смогли бы здесь долго выжить. Позже так и случилось с одним из найденышей. Он не выжил, несмотря на то, что в семье использовали все нужные меры для его выздоровления. А второй звереныш был более сильный и выжил. Когда он чуть окреп, хозяйка повезла его на осмотр к ветеринарному врачу. И, о чудо, здесь выяснилось невероятно, это был вовсе не котенок. Поначалу девушка не поверила врачу и поехала к другому специалисту. Но и он заверил, да, от домашнего котика в найденыше ничего нет. Более того, это хищник и крайне опасный. А именно, детеныш ягуарунди. Есть такие мелкие млекопитающие из семейства кошачьих, поэтому его взяли и поместили в отдельный питомник. Там животных содержат в таких условиях, которые максимально приближены к реалиям дикой природы. Когда этот самозванец, кот еще больше подрастет, его отпустят на свободу. И там ему уж точно будет намного лучше, чем в питомнике. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.